Мы сейчас заказали клубнику и для нас... What's your name? Mehmet. Show me. Show. Ага, Mehmet. He's going to prepare a very nice dessert for us. Для нас Mehmet сейчас будет готовить десерт. Для него это настоящая работа, а для нас это вот. Луджи отдыхает. Особенно в исполнении Mehmet'а это просто фантастика. Он просто достоин Оскара. Продажи еще должны возрасти этого отеля. Нет, мы заказали просто клубнику. Это у нас приготовление сейчас. Это нечто. Ребята, я уже просто поняла, что я собираюсь себе вояж торгу бронировать на бархатный сезон. Каждый день вот такое эстетическое удовольствие. Вы же посмотрите, мы заказали клубнику, а нам готовят просто шедевр. Mehmet просто чудо. Просто невероятно. Ты посмотри, какой десерт нам готовят. Сейчас, конечно, можно. Чертяка вырвляешь. Все не перевершено. Mehmet, ты супер. Russian. Ukrainian. Все просто не перевершено. Это нам напоялись. Подожди, мы сейчас... Это просто... После питания в этом отеле, я думаю, что нужно срочно записываться в какой-то фитнес-клуб. Just a minute, ladies. Доброе. Вау. Wow. Magnifique.